Специально открыл для тех, кому очень интересно, как же она работает. Она работает через таймер CR122. Вот, даже видно. 20 секунд работает и 5 секунд у нее перерыва. Ждем. 4, 5, опять 20 секунд. Что она делает? Этот таймер отсчитывает 20 секунд и включает одно из реле. В данном случае вот этот. После этого 5 секунд паузы. И он переключает другое реле, фактически меняя полярность трехфазного мотора. Соответственно, мотор начинает вращаться в другую сторону. 18-19 секунд. Все, это выключилось. 5 секунд ждем. Сейчас включится вот это реле. Фазность поменяется. Видите, провода. Здесь она стала третьей, здесь она уже стала первой. Это фаза. Ну, естественно, общее питание есть. Предохранитель. Интересно сделано. Вопрос с заземлением. Вот, это земля у нас, это у нас три фазы. Здесь идет конденсатор, вот он, и резистор. Фактически, то есть, если есть какие-то проблемы, связанные с шумами, то благодаря резистору и конденсатору, который имеет либо... вы можете в интернете посмотреть, как этот принцип работает, я сейчас не буду объяснять на телефон. Он является фильтром. Также здесь есть прессостат, который включает... группу нагрева в тех случаях, когда он срабатывает, когда есть вода, чтобы не сгорели тены. Ну, в общем-то, наверное, все. Вот так вот машинка наша устроена.